Разлившееся под Норильском топливо все-таки попало в озеро Пясино. Это подтвердил губернатор края Александр Ус информационному агентству «Интерфакс». Из этого озера вытекает единственная река Пясино, которая впадает в Карское море и, соответственно, в Северо-Ледовитый океан. В Минэкологии края заявили, что в реке солярки пока нет. Возможно, ее сдерживает лед на озере. Но с потеплением ситуация ухудшится. Озеро Пясино находится на заповедной территории плато Путорана. Водоем считается нерестовым для ценных рыб – нельмы, муксуна, снига и рябушки. Сегодня Вячеславу Старостину, начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3, предъявили обвинение по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. На сайте Change.org появилась петиция в его поддержку. Там утверждается, что Старостин проработал на своей должности полгода и не причастен к аварии. Петиция набрала уже 36 тысяч голосов. В то же время на днях представитель Ростехнадзора рассказал, что с 2016 года не мог обследовать аварийный резервуар ТЭЦ-3 Норникеля, так как тот все время числился на ремонте. И вот итог. 29 мая этого года емкость лопнула из-за просадки грунта. По данным Росприроднадзора, 6 тысяч тонн солярки попало в грунт, еще 15 тысяч в воду. За прошедшие сутки спасателям удалось собрать 2500 тонн топлива.